Вот тут прошла забавная очень проверка боеспособности российской армии. Внезапная. Это было локально, это было, скажем так, очень точечно, но это было очень красноречиво. Это произошло здесь, в Петербурге. Шел взвод курсантов Петербургского военного училища. Все отличники боевой, политической и прочей подготовки. Они встретили трех веселых кавказцев. Три веселые кавказца избили взвод, 30 человек. У курсантов перелом шейных позвонков, разрыв мягких тканей живота и так далее, так далее. Ну а кавказцев, разумеется, ищут.